онлайн купили пробник за $15 минус 6% там, не знаю. Вот, и купили Coco Chanel номер 5. Не знаю даже, что вам сказать. В общем, ну, их много, я так понимаю, что их много. Вот, разные оттенки, видно, за все время полно, много запахов. Вот, и вот такой купили мы. И, в общем, я не знаю, что сказать. Напишите мне, что вы знаете, если вдруг вы знаете. Если, может быть, кто-то здесь живет, меня смотрит. Вот, из Америки. И, в общем, нам ужасно не понравилось, но говорят, здесь, на Амазоне много, ну, часто разбавляют духи. Ну, наверное, особенно пробники. Не вот эти духи, флаконы, а не флаконы, а духи. Фу. Впервые купили Coco Chanel. Но я не думаю, что прям все запах абсолютно другой. Думаю, что просто разбавили. Вот. Ну, потом проверим, когда поедем в бутик, там посмотрим там на месте. Может, нам больше понравится, а скорее всего нет. Потому что люди так описывают, что он сдержанный и вот для таких возрастной такой. Тут, скорее всего, он у нас пролежит без дела. Вот такие дела. Я вам хотела рассказать, что мы купили такой Coco Chanel впервые за свою жизнь. Пробуем этот запах, аромат. Такой пробник. Мы купили, и, в общем, нам не понравился. Ну, говорят, что разбавляют его. Ну, думаю, что он просто будет насыщенный, более густой запах, но он пахнет очень старым. Ну, понимаете, как вот раньше, да, такой был духи. Я представляю просто, как бы, 20-х годов там каких-то, вот, что там будет за запах. Наверное, он такой и представляется. То есть для людей более старшего возраста. Более сдержанный, более такой строгий. Кто вот это любит, может быть, молодые любят такого, я не знаю. Вот он, ну, я не могу сказать, что натуральный, потому что могут и подделку залить. Но, в смысле, ну, разбавленный, думаю. Вот. И, в общем, будем нюхать там, в бутиках. Здесь он нам не понравился. Может быть, оттенок просто, может быть, розовый надо было взять. Ну, я думаю, там будет почти то же самое. И нам положили еще другой подарок. Этот пробник. Других духов вот таких нету. Я думаю, тут короче маленький пузырек, он цветочный. Ну, вкусный, сладкий, очень сладкий, но хороший запах. Короче, вот впервые купили Coco Chanel. Ну, это, да, это спорно, потому что может быть абсолютно другое. Ну, в общем, немножко прибрала комнату, мне еще в ванной надо убраться. Вот, и ну, типа влога сделаю, но я не хочу видео называть влоги, потому что не хочу привязывать к этому слову. Ну, вот, например, Наташа Фалькона. У нее же просто видео. Но оно у нее, конечно, и не влоги. У нее просто разговорные, она что-то показывает. Ну, не знаю, что как мне быть. Я не хочу ограничивать название видео влогами. И как называть тоже, пока думаю. Вот, и у меня же видео кончаются старые. Я просто буду сейчас тоже снимать что-то, придумывать. Вот, и сегодня тоже типа влога сделаю. Я убрала утром постель. Сейчас покажу мышку, вот, которую мы получили. Распаковали по ссылке. Вот моя мышка, но у меня телефон садится. И покажу, как у меня устроено тут, ну, стол. Эту лампу мы купили. Вот на все надо деньги. Мы просто прикупили. Ну, в России этого не, у меня в России этого не было. Ну, это как бы. Мы все прикупили, такое необходимое. Ну, это так прям набор минимальный. Лампу. У меня есть вот подставочка для камеры всякой. У меня есть вторая подставка. Ну все, друзья, нам нужны деньги. Вот, ну, как сказать, я в России такого не имела. Ну, а что в этом плохого? Как бы я правду говорю, что я ее. Такого я не имела бы в России. Ну, может, там лампу какую-то купили бы, как для дома. Ну, не для камеры там специально, а для дома. Вот. Я покажу, что... Ну, здесь я живу, и я это имею. И мы просто в процессе еще вот этих 4 лет уже это купили. Ну, и на все нужно затраты, как бы вот
то это нужно, там кухню, то вот мы недавно мультиварку купили. Вот, покажу. Не знаю, за что хвататься. Вот, покажу мышку. Вот она уже грязненькая, ее вытирать и без рук вытирать. Она будет, надо не жать про запас. У нас она была из России, она тоже это уже умерла, как бы. Она рабочая, нет, по-моему, даже она уже плохо работала, да. И вот тут потерлась вот эта вот вся штукенция. А это вот она тут в Америке купленная. Типа, видите, как колесо, как будто. Мышка такая, пацанячек какое-то оформление. Вот. И она мне тяжелая для моих рук, мне больно. Как бы я долго-долго когда сижу, ну, час-другой, и она устает, кости. Она именно не потому, что она большая, а она тяжелая. Вот. И вот когда вот так вот поднимаешь, мне вот прям напрягается рука. И она не привыкла, я не привыкну к ней, это бесполезно. Так что все, я ее выключаю вот на ваших глазах. Опа, все. Как говорится, живи, это наоборот. Вот, и у меня как минимально оборудовать, сейчас покажу. Беззатратно и как сказать, бюджетно вообще у нас минимально. У нас нету стола большого, нормально, мы об этом что-то думаем. Точнее, думаем, мы просто ищем, а там, не знаю, сбрендит, мы купим. Не сбрендит, нет, у нас еще кредит на машинке мы отдаем. Так что, как бы, может, и не сбрендит. Ну, как сам стол по сравнению с... Ну, чтобы вы понимали, например. Я туда-сюда, ну ладно, мы с ним всякие. Стол компьютера, огромный стол, на угол. Не знаю, железный он, нет. Широкая плоскость, все прям. То стоят копейки по сравнению с этими машинками. Ну, чтобы вы понимали, да, как это же другая страна, другие. Вот, стол ничего не стоит. Ну как, пару сотен. А что, пару сотен, тем более для американцев. Может быть, это и киевская, может быть, это не киевская. Мне все равно. Естественно, она не $500 там стол. И не 1000. Например, в Костко можно купить 1000 кровать. А можно в Амазоне, типа и киевская, я думаю, купить за 200, за 300 какую-то кровать. Можно за 900 купить. Ну, это же как у тебя деньги. Вот. И мы вот посматриваем стол. В принципе, так нашли уже. А может, мы что-то еще лучше найдем. Сейчас покажу. И мышка, в общем, я пока старую включила. У меня она заряжаться, я ей положила. Сейчас смс-ка пришла, что с Walmart'а придет. Еще одна посылочка. Ну, там я просто для выпекания кое-что купила. Не, оно отдельно придет. Сейчас я пойду, кстати, смотреть, что там у меня. Что у нас не пришло еще. И, в общем, у меня этой коробочки здесь не было. Она просто лежала в другом месте. И чтобы экономно недорого было, потому что у нас нету стола. Я извиняюсь, у меня конфеты, витамины во рту. Вкусные витаминки. А вот американские они. Я знаю, что многие покупают его iHerb. Или iHerb, вроде. Вот, мы просто в магазине покупаем. Костка, наверное. Вот наушники, которые мне не очень нравятся. Вот, и... В общем, полно примочек, которых некуда ложить. Я надеюсь, ваша мышка будет все нормально работать. Я ее подсоединила, вон она. Вечно куча USB включена. Это жесткий диск, потому что памяти мало. Это лампа, она USB-шная, поэтому много. А это вот сейчас шнур. То есть, когда скачиваю, так вот она свободна. А это мышка, ну, потому что она как-то беспроводная. Ну, для таких мелочей, вот мышка, жесткий диск. Можно, конечно, на компьютеры выложить. Вот шнур для мышки пускай. Коврик там лежит. И вот он, жесткий диск, мышка и новый шнур. Вот, это какой-то еще шнур. А, это от старой мышки его убрать. От старой мышки я его беру. Вот, я потом мышку уберу. И все, вот так вот можно просто положить. Ну, желательно, можно пластмассовую, но желательно можно тканную. Ну, мягче, знаешь, тебе ударять не будет, долбиться. Вот это мышка. Такие дела.
общем, сейчас я буду смотреть, что пришло, не пришло еще. Потом я буду пароль менять на маминой работе. Она пока не работает. Так, темно. И на пароль на мамину работу сделаю. И купить чай надо на eBay. Наш, который нам нравится. И проверю сейчас покупки. Amazon. И скачать. Все, поняла, как, чего не работает, почему. Сама разобралась. Там видео включила, и оказывается, вот эти вот штуки внутри мышки ложат. Сейчас. Вот здесь. Ну, я поняла, что это для ноутбука. А вот здесь для вот этих вот USB-компа. Широкое отверстие. Вот. И просто тут они лежат в мышке. Видно, чтобы не потерять положение в ней, не знаю. Или оно так работает. Но это просто вот эти вот переходники, чтобы сюда поставить. Их просто две. Я не думаю, что они тут как-то работают. Это вообще легко. Вообще почти не засовывается. Вот она. И, короче, такой секрет маленький. Оказывается, а мы не знали. Точнее, в смысле мы. Вообще я. Никто не знал. Вот. И, может быть, она красная все-таки, потому что она не заряженная, а здесь меняешь. Это когда зелененькая, я не знаю, сейчас будет работать. Это, в общем, какой подключаю, ну, какой разъем. Если вот как сейчас, вот это правая. Он широкий разъем, а здесь это ноутбук узкая. У меня вот она сейчас широкая. И она работает. Если был бы ноутбук, то тоже мигало бы здесь. Хотя, вот она отключается. А это подключается. В общем, я не знаю. Вот. Все, заработало. И ручка валяется. Вот наушники, конечно. Неудобно тут. Это шнур. Сейчас мышку заряжала я. Хотя это что? Один шнур. Это не помню. Это Ахоломи. Заряжается это. Это лампа. Не знаю, пока включу, конечно. И вот это непонятно. Вот эту я ж не знаю. Ну, я вообще смотрела. Говорю, а как же вот эта штука, это от старой мышки, а от новой я не вставила. Никто не вставил, поэтому странно, и она не работала. Вот она, оказывается, в чем был секрет. Сумочку. Так. Ну да, все вот работает. Так. В общем, показываю наши объекты. Вот. Стейки мы купили, хотела, правда, я что-то готовить, ну ладно. Мы взяли, да, пожарили просто все. И здесь овощи, короче. Овощи просто сделали ассорти и накрошили мелко. Как, ну все, вот видишь, вытаскивают уже. Грибочки, перчик, морковочка. Картошечка. И все. По-моему, больше ничего не такого. Вот, все уже. А, еще кукуруза. Я тут взяла, перемешала, оно все помялось. В общем, ну все, я включаю. Чеддер посыпаем. Вот кукуруза. Кукурузку. Парочку вот мы отварили. Угу. Парочку. Ну, по одной сидим. Потом мама обед приготовила, не снимала я, потому что занята была. Я делала сайт, чтобы кровь сдать, надо сайт был зарегистрироваться там и сделать заявку, но там, в общем, не получается. У нас надо идти туда. И пока делала, часа два, наверное, мама готовила, ну не два часа, но и уже смотрю, люди идут в парк гулять. И здесь у меня, ну тут между окном, мимо окна. И вот эта дорога прям. Вот, и приготовила, я вот сейчас показала вам. И
мамин продав пару линий не успела поменять на маминой работе. То есть я там определенные вещи делаю на компьютере, вот, и не успела поменять. В общем, покажу, что приготовила сейчас. Вот так вот. А вот такой ужин у меня. Тут овощи и картошка такой. Этот стейк мы жарили, там кабачок, чеддер посыпали, грибы там, ну, такое. В общем, буду кушать.